Это сердце самого большого и красивого фонтана в городе. В системе компьютера заложена специальная программа. Именно она регулирует цветомузыку и позволяет потокам воды в буквальном смысле танцевать под нее. Запуск происходит ежедневно в 6 вечера. Классические мелодии играют через каждые полчаса. Если некоторые просят какие-то мелодии, если подает музыка, она подходит, это можно заменить. Наши эти киповцы быстро отрегулируют, и можно работать без проблем. Работа у нас идет с утра с 9. 9 часов она все автоматически включается, все в автоматическом режиме. Не как раньше, сейчас все автоматизировано. Светомузыкальный комплекс в парке первого президента начнет работу ближе к 25 мая. Сейчас здесь ведутся монтажные работы. Только после этого чашу заполнят водой. Но и на это потребуется время – целая неделя. И уже потом специалисты смогут нажать на кнопку «Пуск». Под фонтаном, кстати, находится резервуар вместимостью до 3000 кубометров воды. На балансе Алматы Экологострой имеется 46 коммунальных фонтанов города Алматы. На данный момент мы проводим монтаж этих фонтанов к запуску. Готовится монтажные работы, текущий ремонт проводится после зимнего периода, конечно. На данный момент работает 25 фонтанов уже по городу Алматы. Оставшиеся фонтаны мы обязуемся запустить до 25 мая после завершения всех работ. Фонтан ЖТСУ является одним из старейших в городе. Он был построен в 1948 году. Этим летом здесь пройдет масштабная реконструкция. Будут полностью заменены каменные плиты, а также установлена подсветка. Одним словом, обновленный вариант, говорят специалисты, придется по душе алматинцам и гостям мегаполиса. Запланирован капитальный ремонт еще двух фонтанов на Арбате и около гостиницы «Казахстан». В этом году выделено 502 миллиона тенге на реконструкцию трех фонтанов. На фонтане «Казахстан» и «Семиречье» будут полностью заменены мраморные все плиты, сделана мозаичная, пол мозаичный, переложены полностью стелы розово-черным гранитом. На переговорном пункте будет обновлена скульптурная композиция и сделана водная установка, водная стена, так называемая. Ежегодно в городе становится больше современных комплексов, которые струятся, искрятся и поют. Всего в Алматы 120 фонтанов, большинство из них частные. На сегодня все они готовятся к предстоящему летнему сезону. Мадина Исюмбаева, Валерий Таубалдиев, телеканал «Алматы».